60 лет постоянных выездов и задержаний. Вневедомственная охрана сегодня отмечает свой юбилей. Профессиональный праздник работе не помеха, так что день рождения сотрудники Северодвинского отделения провели в обычном режиме. Понедельник у охраны не самый горячий день, чего не скажешь о выходных. Эти люди не любят пятницу и субботу. Работать приходится вдвое больше, по 20 вызовов в день. Сегодня в неведомственной охране России исполнилось 60 лет. Почти столько же Северодвинскому отделению. Ежедневно здесь работает 145 человек, контролирует почти 600 объектов. Сигнал тревоги срабатывает здесь, в пульте управления. Опасность отображается в виде красной строки на компьютере. Круглосуточно на пульте работает у нас дежурный пульт управления. Они принимают этот сигнал, обрабатывают, передают его по радиостанции нарядам группы задержаний, которые уже выезжают на объект и выясняют причину срабатывания сигнализации. По словам сотрудников, до объекта они добираются не больше 5 минут. В случае реальной опасности задержание производят на месте. Даже в свой профессиональный праздник лишь за полдня на объекты оперативной группы выехали уже 5 раз. А в свободное от выездов время наряды осуществляют круглосуточный контроль за безопасностью на улицах города. К слову, за этот год полиция вневедомственной охраны выявила больше 70 преступлений и 3300 административных правонарушений.